Зал ожидания и перрон небольшой станции превратились в учебный класс для ребят близлежащих школ. Полицейские и железнодорожники показали им фильм о том, как надо вести себя на железной дороге, чтобы не стать причиной аварии, чем грозит подкладывание предметов под колеса и битье стекол в вагонах. Обратили внимание и на безопасный маршрут, по которому стоит идти от школы до дома, если путь пролегает через железную дорогу. Как оказалось, многих детей давно интересовало, для чего по обе стороны перрона нанесены желтые полосы. В ходе экскурсии выяснили, что эти линии – залог их безопасности. Закрепили информацию в соревнованиях на знание правил поведения на железнодорожных объектах. Самые смышленые и быстрые получили призы и подарки от РЖД. Сотрудники транспортной полиции подарили азбуку полицейского и памятки по безопасности.